ну что делать? Вот. Да ну это странно будет с подушкой. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. It's not about personality matrices and charts. It's all about the bumps in your heart. Всем привет! Меня зовут Анастасия Семьина. Добро пожаловать на мой канал. Мы находимся в Тбилиси, в Грузии, в таком замечательном ярком кафе, которое называется Луи. И сегодня я разговариваю с основателями этого кафе, Ульяна и Илья. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для начала. Откуда вы? Как давно уже живете в Тбилиси? А потом я вас расспрошу про кафе. Мы с мужем сами из Киева. Приехали сюда в Тбилиси год назад. Муж, правда, раньше, 5 лет назад, ну, 2 года назад родился сын. И как бы поскольку муж постоянно был здесь, а мы там, мы решили, приняли решение приехать сюда на постоянное место жительства. О кофейне мечтали очень давно, 7 лет назад еще возникла первая мысль. Думали открывать это в Киеве, но как-то так у нас все там закрутилось и был свой маленький бизнес, поэтому... Приехав сюда, мы целенаправленно... Времени у меня было много, потому что я с ребенком ходила по 15 километров каждый день. И надо чем-то заниматься. Я говорю, давай, мы уже так давно хотим и мечтаем. То есть у вас это была мечта открыть кафе? Да, да, да. Уже больше 8 даже лет. Именно кофейню с десертами, поскольку я сама очень люблю кондитерское искусство и закончила несколько мастер-классов и курсов. И вот как-то решили... Мы сначала хотели сделать акцент только на десерты и кофе. И сэндвичи. Да, мы кофеманы очень-очень сильные. А потом добавили еще какие-то блюда. Добавили всю кухню. Пришлось. Даже борщ украинский. Да, мы видели там в меню. С украинским салом, да. Какие особенности вот этого кофейного бизнеса в Грузии? Сложно ли было приучить, может быть, клиентов? Нелегко, потому что, ну, это только вот культура кофе здесь только-только начинается, и действительно хорошего кофе. Вот мы искали кофе зерна сами, обжаренные уже здесь. Это было, ну, как бы, скажем так... В Тбилиси есть буквально один обжарщик, один-два, но второй, скажем, не фонтан. Один обжарщик, который делает качественный продукт, у которого... Я думаю, что 95% спешалти кофеин закупают зерно на данный момент. Рынок только развивается, в отличие от Украины, наверное, ну, наверное, лет 5 отставания. Поэтому огромнейшая инерция, огромнейшая. То есть в Тбилиси, в принципе, люди, как мы поняли, немножко поздновато, но тем не менее, люди привыкли кушать и только потом пить кофе. То есть самостоятельно кофе как продукт заходит очень слабо. То есть люди приходят и говорят, why me, господи, где еда? И через 3-4 месяца мы пришли к такому легкому осознанию факта, что если не будет кухни, не будет Луи. И в срочном порядке мама кафе, как с вашей легкой подачи, мама кафе, сказала папе кафе, что мы превращаемся, по сути, в кафе по формату. Потому что в противном случае на одном кофе, десертах и сэндвичах здесь не вырулить. В России можно, в Украине можно, потому что рынок готов. Здесь люди тебя просто не поймут. И начали крутиться дальше с кухней уже полноценной. Хотя десерты все равно это как бы наш акцент, да, наша гордость. Мы пробовали морковный торт. Понравился? Да, очень сытный, очень большая порция. А киевский? Да, киевский еще нет. Ну вот это наша, киевский, это наша наш. хитяра. Да. Мы не знали, что так заходит просто на ура. Возникло как прикол и как легкий троллинг нашего президента, потому что наш же президент имеет патент на... Патент прямо? Ну, на прямо торт? Рошен, конечно, Рошен. Даже война была судебная у него с другим комбинатом, но тем не менее. Из шутки родился торт, который сейчас он топ продаж в Тбилиси. То есть люди целенаправленно Киеву или как это, киевский торт приходят. Мы пару недель назад привозили из Киева торт рошеновский и ставили наш, и гостям давали на пробу. Вы попробуйте наш, и этот, какой вкуснее, все сказали одноглазно. Без лицемерия, кстати. Да, сказали, что ваш вкуснее. Так что... Хорошо. А простите. Разница
жизни, в общем, если отойдем от кафе, между Киевом и Тбилиси, ну вообще Украина и Грузия, есть какие-то такие очень яркие различия? Есть, конечно, есть. В целом, конечно, нюансов много, но так, если в двух словах. Грузины очень непунктуальны. Это первое. Очень непунктуальны. Ты можешь договориться. Простите нас, ребята, но это действительно так. Украинцы тоже, конечно, не всегда в этом плане преуспевают, но... Ну, здесь немножко было здесь как-то таким... Все немножко похуже. Да. Угу. В целом уровень гостеприимства и, конечно, очень высокий. Ты можешь договориться о встрече завтра. Но в 10 часов, и он придет в 11 или в 12, скажет, ну, может вообще ничего не сказать, а может вообще не придет. Человек не будет испытывать никакой рефлексии по этому поводу. То есть это нормально, это нормально. Не даже извиняться ничего не будет. Абсолютно нет. То есть вот момент бизнес-культуры, вот если сделать так по-научному, момент бизнес-культуры отстает. Отстает от, вот, да. Ну, от Украины. Мы не сторонники, вот есть люди, приезжают в другую страну, начинают там жить, вот экспаты, да, это получается, и ругают. Вопрос возникает, ты нафиг вообще приехал? Да. Мы ругаем зачастую больше всего Украину, но идеализировать, что все прекрасно, но это было бы, мы же не в розовых очках. Но вот непунктуальность, момент гостеприимства, момент того, что люди похожи на нас, похожи в плане общения, многие говорят там и на русском языке. В этом плане, конечно, немножко хуже, потому что нет такой мотивации выучить грузинский язык. Да. Потому что если бы ты не мог купить лаваш без знания грузинского языка, я думаю, что мы бы тут уже разговаривали по-грузински. Но есть свои плюсы и минусы. А так в целом хорошо, солнечных дней больше? Намного больше, да. Климат вообще подкупил сразу, потому что зимой ты можешь в кедах, в легкой куртке. Самая холодная погода, получается, она все равно плюсовая? Ну, или... В январе, в середине января бывают дни плюс 18, как сейчас. Плюс 2. Да. Поэтому это, конечно, огромное. Да. Минус Тбилиси, например, это очень плохая ситуация с экологией. Очень. Да. То есть тут сделано так, что машину вот там... Машин очень много, и вы уже успели, наверное, поездить, увидеть, как водят машину. Ну и вот. Застройки, конечно, очень много домов новых строится, поэтому дышать, особенно летом, тяжело. Очень многие уезжают на морях. А как обстоит дело с грузинским языком? Вот вы сказали, что можно обойтись только самым минимумом. То есть, будучи экспатом и не зная грузинского так, чтобы спокойно разговаривать, возможно жить абсолютно, в Тбилиси? Абсолютно. На самом деле, абсолютно. Это, конечно, не понравится гражданам Грузии, потому что здесь есть такой момент, что если не знаешь грузинского языка, к тебе такое отношение, вот, ну, то есть, давай учи. Где, давай, например, в магазинах, в офисах, где нет, такое вот, например, отношение? Вот, например, даже вот мы здесь занимаемся, приходят грузины, и, то есть, он знает русский язык, допустим, и задает тебе вопрос, а ты знаешь грузинский язык? Ну, пока что нет. А сколько ты уже? Ну, допустим, год. А ну, уже пора знать. Да. И, кстати, вот это еще подводит к еще одной, скажем так, ну, не проблеме, а сложности. Вот когда искали сотрудников, то есть нам нужен и русскоговорящий, да. И грузиноговорящий. Я скажу, что и английский обязательно. Мы, знаешь, да. Потому что туристов у нас тоже да, мы же здесь много. Нашли это место, потому что у нас хостел здесь недалеко. Случайно совершенно. Поэтому здесь туристы, да. Но вы нашли, проходя мимо или да. Как-то по... проходя мимо. Поэтому мы вот... Поэтому яркий цвет, да, много решает, даже снаружи просто. Яркий цвет тоже многим не нравится. У нас тоже был момент, да, вот грузины не сильно к этому цвету, да, как-то... А вам как цвет? Отличный цвет, что мой любимый. Потому что это не типичные цвета кофе. Типичные цвета коричневый, серый, лофт, коричневый, дерево, поэтому многие говорили, что-то вы такое непонятное, какую-то полубольницу, полудетский сад сделали, что это? Детский уголок. Детский уголок классный. Такой маленький кафе, и даже есть детский уголок. Это, кстати, тоже очень редко. Потому что у вас есть маленький ребенок, я думаю, вы... Мы изначально очень хотели вот делать, чтобы с детьми приходили, чтобы мамы могли немножко хоть отдохнуть. Забыла спросить вас, почему называется Луи кафе? Объясняй. Во-первых, потому что Луиджи Бицера, он первый основатель кофемашины. Поскольку у нас акцент на кофе, мы взяли как бы его имя. А во-вторых, это наши с мужем инициалы. Здорово.
Ну, спасибо большое. Я могу спрашивать бесконечно, особенно о жизни в Грузии, о жизни экспатов, но я думаю, достаточно. Спасибо вам большое. Вам надеюсь, спасибо. Мы вам снова спасибо. Приедем в Тбилиси и придем к вам на кофе. Всегда ждем. Спасибо. И спасибо вам за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Чао.